Дорогие читатели блокнота, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья. Счастье нам сегодня так необходимо. Уровень счастья в нашей стране за последние несколько лет упал в 2 раза. И это ужасно. Ведь вроде бы есть и что есть, и что пить. А вот счастливыми мы перестали быть, мы перестали улыбаться. Мы сегодня там 5-й с края, чуть ли не рядом с Афганистаном по уровню счастья. Хочется улыбаться. Ребята, давайте попробуем быть счастливыми. Я понимаю, что есть много жизненных проблем, ковид и так далее, но счастье ведь это и наше здоровье. Я желаю вам всем быть счастливыми. Наплевать на всех тех, кто пытается нас сделать несчастливыми. Давайте поднимем себе собственное настроение, а вместе с этим мы поднимем здоровье. И я желаю, чтобы в следующем году Россия хотя бы на 10 пунктов поднялась вверх именно по уровню счастья. Хочется улыбаться. Всех с Новым годом и улыбок побольше на лицо. Ура!